значит если мы продолжаем работать только на продажу по инструменту евро доллар у нас нужно найти диапазон откуда мы имеем право сейчас продавать продавать непосредственно с текущих это достаточно глупо достаточно рискованно достаточно опасно цели рядом поэтому можем сразу же дальние цели нанести по дальним целям ориентироваться и дальние цели у нас будет Котировка 1.14.94. Работаем на продажу к этой котировке. Диапазоном самых выгодных цен на продажу будет. Диапазон между зоной 1.4 1.16.27, между зоной 1,2.16.69. 1, Здесь ищем точку входа на продажу. Насколько она выгодна? Давайте будем более точно смотреть. Посмотрим объемы недели, текущей, прошлой. Ну, позапрошлой нас уже сильно не интересует. Это было очень далеко. Значит, что мы видим по объемам текущей недели и по объемам прошлой недели. Прошлой неделя. Вот она, максимальное скопление объемов находится достаточно высоко. Но протестировать, с учетом тестирования зоны 1, 2, мы можем этот диапазон. Неплохо смотрится продажи именно отсюда. Далее, смотрим на объемчики этой недели. Понятно, что это плохо, потому что вчера биржа у нас не работала во второй половине своего рабочего времени. Да, закрытие было ранним. Поэтому довольно спорные объемы, но тем не менее они находятся на зоне 1,4. Поэтому оба этих варианта имеют право на жизнь. Поработать от 1,4 вот с такими целями. Поработать от одной второй вот с такими целями. Оба этих варианта имеют право на жизнь и на существование. Давайте оба этих варианта будем рассматривать. Что у нас здесь с вливаниями объемов? Значит, на М30 как бы мы ничего толком не видим. На М15 можно также посмотреть, будет ли что-то здесь. Вот у нас, видите, по М15 был сейчас интересный момент. Это был, скорее всего, сбор стопов тех участников рынка, которые ставили стопики сюда. Но также мы будем обращать внимание вот на это вливание. И это вливание у нас чуть выше, чем максимум сегодняшнего дня. Поэтому вот этот вариант тоже мне очень и очень нравится. Давайте самый лучший вариант из всего этого дела выберем. То есть это тестирование четвертинки 1.16.28. Уйти не выше, чем вот эта проторговка. Вот такой сценарий развития событий на сегодня мы с вами прогнозируем. Раз, два, три, перебитие контрольного минимума, откат и поход вниз. Вот такому сценарию видим, вот по такому сценарию будем работать. Если вопросы у кого какие-то есть, прошу в ходе прям вебинара эти вопросы задавать, чтобы мы потом не отвлекались. Цели обозначили, точку входа приблизительно обозначили, смотрим. Далее, по фунту. Давайте смотреть, что у нас по фунту происходит. Вот она была идея на обновление минимумов. К сожалению, направление оправдалось цели. Взяли первые. Но не дошли до того самого места, откуда мы бы очень хотели продать. Зоны эти больше не актуальны. Убираем зоны, убираем наш прогноз и смотрим, что мы можем сделать здесь дальше. Находимся на самых минимумах. Но ну, вы понимаете, что глупо строить зоны отсюда. Минимальная коррекция, которую мы должны добиться, это 79, ну 75-79 пунктов. Это минимальная коррекция. Будем ее ждать. Смотрим на объемы текущей недели и парочку недель назад. Текущая неделя, опять же, довольно скучно и неинтересно. На прошлой неделе вот ближайший диапазон сопротивления. Вот он, этот самый диапазончик, вот они, где были объемчики. Совпадает сейчас это все с диапазоном 1,4. Поэтому так же, как и по евро, пытаемся работать от 1,4. Если по приходу в это самое место будем видеть точно такие же вливания, куда-то можем уходить наверх, чуть выше, чуть ниже, будем видеть эти вливания, это будет нам сигнал на продажу. Цели внутри дня. Обновление минимумов. Среднесрочные цели 1.32.24. Это зона. Недельная контрольная зона серого цвета. Так, параллельно пошли вопросы. Почему у меня неправильно одну вторую, одну четвертую строят? В чем может быть ошибка в данных? Алмаз, а у вас платный индикатор или бесплатный? Если платный, то почему строят неправильно? С чего вы это взяли? Если бесплатный, то значит у вас не только одна вторая и одна четвертая строятся неправильно, а должны и Недельки строятся неправильно, потому что весь математический и алгоритмический смысл вот этих зон заключается всего-навсего в трех цифрах. Эти три цифры, ну вот видите, вы пишете бесплатно, возможно вы сами что-то неправильно настроили в своем индикаторе. Там есть значение по марже, и вы сами закладываете маржу внешней границы вы указываете, или маржу внутренней границы вы указываете. То есть это первое значение от чего зависит, второе от чего зависит, это как вести расчет. Понимаете, вы можете указать значение внешней зоны и чтобы расчет велся наружу. Тогда у вас будет неправильным идти э ваш расчет. Я не помню код э индикатора, я не помню строчку, в которой нужно это дело смотреть. Но повторяю, если у вас неправильно строится, значит вы либо маржу неправильно указали, либо маржу указали правильно, но в дальнейшем там 100 какая-то строчка в коде индикатора вы не указали, как считать, вовнутрь или наружу. Вот на этот, внимание, на этот момент обратите внимание. По фунту решили, только продажа, о покупках нет смысла думать, динамики, объемы, все замечательно, все пока сверху, точечные объемы сверху, зоны сверху, цели снизу, продолжаем работать только на продажу, ничего не выдумываем. Австралийцы, новозеландец. Я уже неоднократно говорил по этим парам двум, да, о том, что мы их косвенно быстренько сейчас пробежим обе вместе, что если мы по ним входили в сделки, то лучше переводить их в безубыток. Сделки у нас были на покупку. Австралиец, более того, уже обновил минимумы, но не закрепился ниже, чем зона 1-2. Не можем мы вот это движение назвать среднесрочным импульсом, среднесрочным трендом. Пока все это дело выглядит именно как коррекция. А раз это коррекция, то мы смотрим полностью все это движение. Вот он максимум этой коррекции, контрольный максимум. Только перебить этого максимума может там говорить о покупках. Пока этого не произошло, не нужно покупать этот инструмент. По Новозеландцу, в принципе, практически то же самое, но по Новозеландцу, я так понимаю, что те, кто все-таки вошли в те сделки, прогноз которых у нас был 22 мая, сделка опасная была. Но тем не менее, кто все-таки в нее вошел и у вас не выбило без убытки, сидим и дальше. Продолжаем сидеть, никуда от них, из них не вылазим. Быстренько посмотрим. Ну, вот вообще не буду смотреть. Давайте по новозелу смотрим. Посмотрим, как у нас недельные объемчики. Неплохое место, опять же. Неплохо смотрится покупки, но именно удержание покупок. Разницу почувствуете. Не нужно прям вот если покупать, да, аналитики, я, неважно кто. Вот у вас все мысли на то, что будет инструмент расти. Это не значит, что вы должны в покупки входить. Это вход в покупки должен быть объективно обоснован. Объективно обоснован первое потенциалом хода, потенциалом стопа, соотношением между потенциальным тейком и стопом и другими объективными данными. Да, вот здесь неплохое место. Ну куда стоп? Ставить стоп под этот минимум? Ну тогда возможно со стопиком поработать пунктов 20, с первым тейком, пунктов 50. Кто-то скажет, почему нет. Согласен, вот этот момент интересен, можно поработать. Но запомните, опять же, астралы новозел находятся, по сути, уже очень длительный период. Но новозел, посмотрите, как долго мы находимся вот в этом вот диапазоне. С 8 мая, как мы сюда зашли, мы в нем торгуемся. И говорить о том, что мы пойдем вверх, опасно. Мы в центре этого диапазона. Очень рискованная сделка. Здесь у нас индикатор сейчас издает звуки. Давайте посмотрим, по какому инструменту. Я так вижу, что по швейцарцу, скорее всего, вот прямо сейчас в моменте идут точечные вливания. К швейцарцу тогда подойдем чуть попозже. Давайте будем переходить дальше и смотрим ену Что сделала иена? Так, вопросы. Странно, у меня платные, но по фунту зоны не так строятся, как будто по внешней строится только сейчас заметил значит вот у вас есть вот такая кнопочка давайте посмотрим индикатор платный английская буква о либо буква щ русская вот как проверить откуда строится зона возьмите любую зону вот так ее перетащите и вы увидите вот эту линию он точно покажет эта линия откуда у вас идет построение от внешней границы или от внутренней границы это очень важно. Вот эти 5-10 пунктов. Это ладно, на первом разе они вам могут ничего не сказать. Но потом-то мы живем. Отсюда строим следующую зону. Отсюда строим следующую зону. Отсюда строим следующую зону. Если каждый раз у вас будет перестроение не от внешней, ой, вернее, не от внутренней, не от внешней границы, то все эти зоны будут сдвигаться, сдвигаться колоссально. Вот проверьте просто, как у вас настроено. Ну и самое главное вариант настройки то самого этого индикатора последнюю строчку проверьте проверьте вот этот момент цифра к1 у вас должна стоять это зоны будут строиться именно от внутренней границы вот так проверьте и тогда у вас зоны будут объективно правильно нанесены вы будете понимать где у вас идет ошибка смотрим все как бы такой вводный курс прошли убираем подписи все с экрана Ага, фунт. Вот где у нас вливание происходит. Прямо сейчас фунт происходит вливание. А -а -а. Так, ну, скорее всего, это идут стопы. Стопы тех участников рынка, которые покупали у нас инструмент вот здесь. На обновлении минимумов у нас здесь были стопики, здесь были стопики. Скорее всего, эти стопы. Мы продолжаем работать на продажу, да, на продажу. Ну, по фунту мы уже разобрали, но вот этот звук, который издавал нам индикатор, это говорит о том, что стопики. Так, мы перешли к иене. По иене, по по Йене у нас идет тенденция среднесрочная шартовая. Вот эта среднесрочная тенденция у нас сейчас идет. Вероятность обновления вот этих максимумов не превышает 30%. Работаем на продаже. Обновление минимумов у нас более 70%. На откате пытаемся к этим минимумам поработать. На минимумах мы ставим первую цель. Смотрим, как у нас в динамике у всего этого падения происходило изменение объемов. Ищем конкретную цену. Это цена 109.43%. Сейчас, значит, более выгодно, давайте цвет другой возьму, очень выгодно дождаться коррекционного отката, к зоне 1,4 и к зоне скопления объемов всего падения. И в этом месте постараться найти разворотную модель для того, чтобы войти на продажу. Целями этих продаж будет первое. Обновление текущего минимума. Если мы сейчас его обновим, естественно, зоны будут сдвигаться у нас. Но и среднесрочная цель у нас 108.48. Работаем на продажу именно к этим целям. Точечный вопрос, какие настройки у индикатора точных объемов. Да, изначально я пытался все это дело настроить вручную, но в тот момент, когда у нас появились сигналы в этом индикаторе, последняя версия, это идет автоматическую настройку. Я ставлю, то есть то, что считает сам робот. Давайте мы это дело посмотрим. Вот идет эксперт мод. И сразу же отвечаю на следующий вопрос Евгения. Как вы сделали маленькие синие кружочки, у меня такие огромные, что даже непонятно, куда они относятся. Вот она, циферка. <coughs> максимальный радиус. Читайте. Все написано в настройках индикаторов. Все написано в описании. <coughs> максимальный радиус этого кружочка 20. Исходя из этого радиуса, он будет сам э, максимальный 20, все остальные будут идти меньше, чем эти 20, в зависимости от того, что вы влили. Ну, и самое главное это то прозрачные или непрозрачные эти кружочки опять же в свойства заходим вот здесь ставим график сверху если вы поставите график и уберете эту галочку вот как будут выглядеть эти кружочки вы за ними не будете видеть цены если вы поставите в свойствах график сверху то кружочки приобретает такой то есть график рисуется выше этих самых кружочков вопросы параллельно отвечаем параллельно смотрим и идею поения мы озвучили. Давайте будем к ней стремиться. Канада. По Канаде среднесрочная тенденция у нас лонговая. Смотрим, как выглядели объемы всей этой тенденции. Вот этой всей тенденции. Как-то тут все криво-косо непонятно. Ничего хорошего мы здесь не видим. Посмотрим последние импульсные волны этой тенденции. Вот она эта волна. Объемы максимальные у нас ниже, чем зона 1-2. К тому же зона-то у меня неправильно построена, да? Зона построена неправильно, зоны мы строим от максимума. Вот она цель, да, мы говорили вчера про эту цель. К сожалению, опять же, у нас не было отката довольно значимого, чтобы мы поторговали к этой цели. Но цель мы эту взяли. Если мы взяли эту цель, мы обязаны работать к следующей цели. Следующая цель у нас 1.3109. Работаем именно туда. Работаем из диапазона самых выгодных цен на покупку. В этом диапазоне мы видим прошлые точечные объемы. Вот он диапазончик, где неплохо смотрится момент на покупку этого инструмента. Единоразово мы уже протестировали этот диапазон. Мы видим этот момент, эту точку. Теперь давайте будем смотреть повторный момент, если опять же мы сюда зайдем, либо входить с текущих. Для тех, кто, ну, в принципе, почему нет? Вот он стоп. Вот он стоп. Почему бы нам не войти в эту сделку непосредственно с текущих вот с таким коротким стопом. Прямо сейчас стоп 20 пунктов. Первый тейк м -м, неприятный. да? Вот, вот, вот пока мы с вами общались, была точка входа. Да? Стоп где-то 13-15, тейк 41, 1 к 3 до первой цели. Это внутри дня у нас сделка получается. А среднесрочно вот такая цель. Кто заскочил, кто сейчас еще может заскочить, пожалуйста, заходим в сделки. И смотрим, как все это дело у нас будет реализовываться. Неплохое место. И прошлое скопление стопов. И четвертинка у нас здесь есть. Почему бы нет? Следующее, на что мы смотрим, это инструмент э, доллар против швейцарского франка. У нас произошло в ходе вчерашних торгов тестирование зоны 1,4. Прямо сейчас мы опять же протестировали эту зону и есть точное вливание. Это сильный сигнал. Сразу говорю всем, единственный сигнал, по которому я до начала нашего прогноза сейчас вошел в сделку, стоп поставил вот сюда за максимум. Вот это мой стоп, вот это моя потенциальная цель номер один, обновление вот этих максимумов. И следовательно, где-то 1 к 4 это моя потенциальная цель номер два. Я никогда и никому не рекомендую повторять ничьи сделки, но я вам обосновываю, Почему я вошел в эту сделку? Давайте более пристально, более подробно. Давайте будем смотреть здесь все объемчики интересные. И будем смотреть, что мне помешало войти в полную силу в эту сделку. Почему объемы были ограничены. Ну, во-первых, сама пара доллар против швейцарского франка. Довольно тонкий инструмент, у которого могут у которого могут происходить различные резкие колебания, вызванные разными факторами. Поэтому всегда, работая по паре доллар против швейцарского франка, мы уменьшаем стандартный риск как минимум в два раза. Если ваш риск в сделку 100 долларов, первое, что вы должны сделать, когда начинаете входить в швейцарца, это ограничить свой риск 50 долларов. Это просто математика, эти цифры чисто произвольные. Пожалуйста, рассчитывайте от своего депозита, от своего риска. Далее мы смотрим на объемы. Мы здесь смотрим с вами на объемы недели. Вот у нас была неделя номер один, вот были ее объемы. Вот она неделя номер два, были ее объемы. И вот она неделя номер три. И вот где были ее объемы. То есть мы видим, что вход в эту сделку относительно объема в прошлой неделе, получается, мы продаем в объемы. Следовательно, с этой самой цифркой мы делим ту же самую махинацию, ту же самую операцию. Риск в сделку при вашем стандартном риске 1000 100 долларов, ну допустим у вас есть депозит 10 тысяч долларов, вы рискуете в сделке 1%, 1% это 100 долларов, значит наши царцы риск максимум 50, а сейчас мы уже делаем риск всего 25 долларов. При депозите в 10 тысяч мы делаем вот такой риск. Рисковать большим глупо, опасно и ни в коем случае так делать нельзя. Далее что мы смотрим? Дальше смотрим на то, что у нас рисуется здесь. Здесь мы видим, что мы протестировали зону 1.4 и дали от нее отбой. У нас есть маленький плюсик. Второе. Мы опять же протестировали эту зону и мы рисуем точечное вливание. Это еще один плюсик. Минусов как таковых больше нет. Количество плюсов не дает нам права увеличивать риски. У нас плюсы это вот все, которые есть изначально. Но минусы. Есть еще один минус. Это то, что на вот этом коррекционном предполагаемом движении максимальное скопление объемов пока вот оно где находится. Поэтому как бы еще ниже мы должны ставить свой стандартный риск, повторяю, это если у вас стандартный риск 1% входа в сделку, то 25, ну поставьте 15 долларов риск при депозите 10 тысяч долларов. Не имеете права рисковать больше, просто не имеете права. Постарался описать вам все свои мысли. Да? Рискнули пятнашечкой. Постарались заработать. Здесь получается 60 на день, на 2. Здесь 30 баксов. Здесь это. Ну, где-то суммарно 100 долларов и зарабатывать. заработаете в том случае, если мы дойдем вот с таким риском до вот этих целей. Где-то 100 долларов. 100 долларов это приблизительно 1% от депозита. То есть вы... Себе сделали хорошую э, закладку на будущие риски. Это неплохо. А рискнули очень-очень маленькой суммой. Вот таким образом нужно относиться к правилам расчета рисков и э, входить в сделку. Смотрим сразу же вопросы. Александр, не получается посмотреть видео до конца, да и в начале не видео. Запись выходит на официальном канале компании FTM Brokers в YouTube. Просто наберите в поисковике, подпишитесь на этот канал, просматривайте там пока у меня бывают некоторые накладки, бывают там с записями проблемы, но я стараюсь сделать так, чтобы и те участники, которые не пришли на вебинар, спокойно могли все это дело там посмотреть. И следующий вопрос у Талмаза. То есть по канадцу возможны покупки, а швейцарцы продажи. Это разные позиции по одинаковым парам почти. Или я ошибаюсь? Ошибаетесь. Я считаю, что каждый инструмент живет своей жизнью. Да, обращать внимание на корреляцию нужно. У нас э, и здесь тоже идут разногласия. По евро вниз, по фунту вниз, а по австралу вверх и по новозелу идеи вверх. Понимаете, тоже идет полная раскорреляция. Это плохие моменты для торговли. И сейчас наступил этот самый момент, когда все пары относительно бакса у нас раскоррелированы. Обращаем на это внимание. Возможно, быстрые переводы сделок без убыток. Возможно, вы будете это дело контролировать тем, что опять же будете риски закладывать меньше. Но говорить о том, что вот я буду работать только по паре доллар-иена, потому что она показывает шорты. Буду пропускать пару доллар-канадец, потому что она показывает в лонг, это глупо. Это глупо, потому что вы не знаете, что сегодня отработает иена. Поэтому, если есть сигнал по йене на продажу, работаем по йене на продажу. Если есть сигнал по паре доллар Канада на покупку, работаем на покупку. Выбило у вас два стопа. Ну что ж, беда, бывает. Но если у вас выбило один стоп, а второй дал, -дал тейк. Суммарно вы где? Вы в плюсе. Вот как нужно относиться к раскорреляции. И, естественно, просто учитывать вот эти факты, немножко уменьшать риски. Вот. Э -э вот Роман вам выложил ссылочку туда, где выкладываются обзоры. Дальше смотрим. Последний инструмент золото. А, предпоследнее, золото и нефть. По золоту. Очень-очень спорная ситуация. Не люблю такие ситуации. Вот честно говорю, мне очень она не нравится. Потому что у нас здесь есть как хороший сигнал на продажу относительно вот этого движения с вот такими замечательными целями. Среднесрочный сигнал, возможно, против той тенденции, по которой мы торгуем. Долгосрочный, вот такая модель, сигнал на покупку. И внутри дня точно такая же модель, сигнал на покупку. Кто нам сказал о том, что эти два сигнала на покупку не перебьет сигнал на продажу? Никто. Или что вот эти два сигнала на покупку окажутся сильнее, чем вот этот сигнал на продажу. Да тоже никто. То есть реально мы находимся в ситуации 50 на 50. Но я уже проанализировав этот инструмент более подробно, могу сказать следующее. Что я буду покупать этот инструмент в одном случае, если мы обновим вот эти максимумы. То есть помимо той модельки, которую я вижу вот здесь, да, то есть вот была модель номер один на покупку, вот он момент, помимо этого у нас есть более крупная модель, вот она рисуется, и точка входа сейчас текущая, есть эта модель на покупку, но я буду дожидаться более крупной модели в виде вот такого подтверждения, вот такую информацию для того, чтобы глобально более серьезный импульс, чем вот эти минимальные движения. Вот эта коррекция, этот импульс отработали. Только тогда на откате я постараюсь войти в сделку. Если мы обновим вот эти минимумы, все то же самое, точно такую же ситуацию мы будем искать на зоне 1-2. Смотрим на объемы. Смотрим на, на зоны, мы уже посмотрели. Котировки зон как бы обозначали еще вчера. Да, четвертинка 1300, половинка 1292. Цели среднесрока 1313. А, продажи пока не думаем по зонам, потому что нет закрепа ниже зоны объемы точечных очень много сверху это тоже минус на покупку объемы в динамике у всей вот этой тенденции как располагаются снизу это плюс на покупку здесь тоже мы сейчас если бы коррекцию будем смотреть по объемам тоже есть такой замечательный плюс у нас то что мы сейчас вот они где скопление объемов нужно нам оказаться Выше вот этой котировки, выше чем 1298, желательно выше вот этого максимума и только тогда принять решение на вход в сделку. Вот сценарий на сегодня... Если этот сценарий начнет реализовываться, мы к нему начнем присоединяться. Если этот сценарий не будет реализовываться, мы не будем к нему присоединяться. Последнее, что смотрим, нефть. По нефти тоже есть неплохой момент на вход. Давайте мы его с вами разберем, смотрим объемы э, недельку, посмотрим, смотрим на это объемы этой недельки у нас. Вот они 66, 69. Все что прошлое очень высоко. С технической точки зрения перебили вот эти минимумы, неплохо смотрятся продажи. Цели этих продаж. Вот они. Это зона 65, 48. Это зона 64, 26. Самый классический классный вариант поработать по нефти это уйти чуть ниже, возможно даже перебить вот эти минимумы, на откате стоп за максимум, поработать вниз. Опять же, это сценарий. Начнет реализовываться этот сценарий. Будем входить в сделку. Не начнет, не будем. В принципе, все. Еще один вопрос. Часто ли у вас сделки в неделю, в среднем сколько? От 2 до 5 сделок в неделю по 9 по инструментам. Да, иногда бывает, что сидим и всю неделю без сделок. Иногда бывает 3-4 сделки в неделю. Иногда одна. То есть тут не нужно гнаться за количеством сделок. Нужно смотреть на то, как выглядит у нас движение в режиме реального времени и анализировать то, что происходит в режиме реального времени. Только на этом мы обращаем внимание. В принципе, все. Давайте я буду останавливать демонстрацию экрана. Сейчас отключу рисовалочку. Если еще есть какие-то вопросы. Пожалуйста, задавайте. Запись через полчаса появится. Надеюсь, сегодня эта запись без проблем. Тут были проблемы некоторые. Если что-то будет, ну, будем в будущем все это дело устранять. В принципе, вопросов как таковых нету. Спасибо всем, кто пришел. Давайте будем вместе зарабатывать и поменьше терять. Всем спасибо, всем пока-пока.